это йогурт, уже другой. До этого был обычный йогурт, а сейчас у нас, мне кажется, чернослива. Другое варенька, мы варенька с малинкой. У мамочки получается творог зерненый, да, и варенька. Ой, и два латта. Вкусняшечка какая. Да. Спасибо. Курицей и грибами. Ничего себе омлетик. Есть, есть, не переесть. Завтрак. Это получается с драниками, с лососем, с кусочком сыра. Ну, в общем, такой вот интересный, вкусный. А у меня венские вафли с гуакамоле и лососем. И два свежих выжатых сока. Вот такая вот вкуснотища.